другую, только не тебя. Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо. Не тебя я вижу, не к тебе пришел. Не тебя я вижу, не к тебе пришел. Проходил я мимо, сердцу все равно. Просто захотелось заглянуть в окно. Проходил я мимо, сердцу все равно. Просто захотелось заглянуть в окно. Просто захотелось заглянуть в окно. Не криви улыбку, руки теребя. Я люблю другую, только не тебя. Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо. Не тебя я вижу, не к тебе пришел. 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 Могу сказать точно, мне повезло гораздо больше, чем лирической героине Сергея Есенина. Они ко мне пришли. Это группа «Шесть океанов». Сегодня с большим удовольствием представляем вам ребят, которые уже совсем скоро, в феврале, будут отмечать свой первый такой большой грандиозный юбилей — 10 лет. Итак, с нами здесь Сергей Снеговский. Сережа, привет! Привет! С нами здесь Артем Некрасов. Привет, Артем. И Павел Максимов. Добрый день! Привет. Пока не буду вас заранее ни с чем поздравлять, просто так неожиданно сейчас вы играли, сидела, думала, ведь отмотать 10 лет назад — это 2006 год, как вчера было вообще. То есть это все вот у нас на глазах, как так рождалось, становилось и так далее. Сереж, ну каково вот так вот 10 лет спустя сидеть и понимать, что 10 лет? Ну, такое, на самом деле, двойственное чувство. С одной стороны, 10 лет — это, казалось бы, ну такой уже ощутимый срок. А с другой стороны, как-то они действительно прошли. Вот в музыке все, в каком-то постоянном движении находишь и не замечаешь просто, как это время проходит. Вот. Ну, мы подошли с богатым багажом. 5 альбомов. Так что у нас все органично. 10 лет и 5 альбомов и куча всего. Да еще и тур, да, так понимаю, намечается? Ну большой. Да, тур будет, конечно, конечно. Все это будет объявлено, так понимаю, чуть позже. Да. Друзья, ну если у вас есть какие-то вопросы, звоните, не стесняйтесь. 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы сегодня разыгрываем также пригласительные на разные мероприятия, так что дерзайте, звоните. Артем, ну расскажи вообще, ты ведь, я так понимаю, не все 10 лет был. Или не, все не все. Ну расскажи, как ты попал, пришел, как вообще прижился-то, прибился к «Шести океанам» из другого коллектива? В 2008-м. Так. Или в 2009-м. Присоединился постепенно. Периодически приходил? Ну да, периодически. Сначала реже, потом чаще. Все, потом влился, так сказать, в ряды. Тебя... Вообще «Шесть океанов» без гитары Некраса, она не существует, мне кажется. Паша. Существовал сейчас. Да, Серега тоже всегда говорит, вот без Некраса куда. То есть каждый концерт, там это или «Шесть океанов», или это «Станционный смотритель», или «Виа-бюро», неважно, или еще какие-то там бывают мероприятия. Без Некраса никуда, конечно, никто не ездит, потому что без его гитары все как-то не так звучит. Но все равно, что как «Станционный смотритель» без Снеговского примерно то же самое. Паш, ну расскажи про свои «Шесть океанов». Как у тебя это было? Мои «Шесть океанов» было вообще очень интересно. Мне позвонил Некрасов как-то и говорит, слушай, тут выходит альбом новый, «Сирена», по-моему, он назывался. Да, мы готовимся сейчас к записи. Да. А я тебе сейчас песенку наиграю, попробуй. Может, что получится, да, если долго мучиться, что-нибудь получится. Я долго не мучился, я сразу уловил там здесь. Слава богу, слух есть, пальцы тоже не ломанные. Да, песни, ну как простые. Знаете, наверное, так и считают все. И правильно говорят, то, что все гениально просто. Вот. Сразу как-то сел, сыграл,
пришел, Сережке понравилось Снеговскому, мы как-то сели, да, поиграли. Артем тоже сказал. Там потом уже Артем сам меня постоянно... Там же пианино, да, ты выбрал, и получилось очень эстрадно, очень хорошо. Да, то есть мы думали, какой звук, опять же, там электронные фортепиано, что-то еще сделать. И остановились на классическом эстрадном пианино. Песня называется «Одиночество». На эстрадном пианино, да, остановились. Да, то есть обычный, самый обычный такой, ну, обычный рояль такой, концертный рояль мы взяли. И эстрадный, консервативный, не стали ничего, обработку, да, сделали. Не стали ничего мудрить и мучить голову с мыслями, что лучше сделать. Взяли самый обычный рояль эстрадный, концертный, и получился, собственно, в общем-то, хит. Сереж, ты считаешь, тебе повезло с музыкантами? Ну-ка, закрыли уши. Да. Паша профессиональный музыкант. Артем с очень богатым стажем, плюс к тому же у него его чувство мелодики, оно близко моему. Вот. И спелись, вот мы, да? Да, сыгрались. Все совпало так, да, карты сложились, что уже вот сколько... Я не помню дату. 6 лет, что ли? А, надо вспомнить. Сколько ты играешь? Надо поднимать архив и смотреть. Надо. Потому что я, кстати, нашла старые фотки. Давайте сейчас, пока ребята рассказывают вообще о том, как это было. Вы помните, как вы собрались на свой первый концерт «Шести океанов»? Понятно? Молодые и дерзкие, помнишь? Вот. Я не помню, но это... Ну, год хотя бы, помнишь этот фестиваль? 2011. Нет, раньше? 2011. 2009? Возможно. Мы сейчас запутаемся в датах, их слишком много. Тут еще дистанционный смотритель, все переплелось так, что сложно как-то отслеживать. 6 лет точно. Как минимум, мне кажется. Мы все варимся вот в общей каше, в такой музыкальной. А, кстати, вот эта красная гитара у Некрасова, он всегда с ней выступал раньше. Где и она гитара? Мне очень нравилась. Где гитара-то, Артем, у тебя? Красная, она... Не всегда он с ней. Она мне вот больше всего нравилась, и всем, по-моему, красная. Она на выезды. Она такая концертная. Не, у меня концертов много, но та вот красная. Она очень хороший выездов. У нее прям очень хороший. Для хороших концертов. Вот этих фотки у меня нету, кстати. А вот так вот. У меня есть. Нашла специально во всех социальных сетях. Посмотрела, какие вы были симпатичные, молодые, интересные. Как и сейчас, в принципе. Это 9 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Я худее раньше был, да? Сейчас видно, что я помню. Я тебе потом скажу, почему. А годы летят. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. У нас группа «Шесть океанов» здесь и сейчас для вас будет играть. Я знаю, что самый главный повод, по которому мы сегодня собрались... И с большим удовольствием вас будем приглашать и сегодня, и вообще весь оставшийся месяц до концерта. Расскажите, что будет, как это будет и кто там будет. На концерте? Да. На концерте еще будет молодая группа «Фрейд». Вот они недавно. Сюрприз. Я не знал. А я им сердечко поставил, я к ним недавно тоже заглядывал. В программе будет порядка больше 40 треков. Мы отыграем... Ну, естественно, со всех альбомов с наших, начиная с 2006 года и заканчивая вот последними какими-то песнями. Вот, может быть, сегодня даже сыграем самый последний, самый такой свежий трек, называется «Праздник». На стихи Есенина будет, конечно же, много песен. У нас, слава богу, очень богатая программа на этот счет. Порядка 23 песен уже на стихи этого поэта великого. Вот, что будет? Автопати будет, конечно же. Ну, такой нон-стоп, соседи. Я так понимаю, до утра может продолжаться. Да, ну, как вот в 4 закрывают, то есть выгоняют уже посетители. Обычно так все и происходит. И они потом на входе стоят, поют. Да если погода будет хорошая, нет, они уже лежат. Они без разницы, они лежа поют. Кто как. Во сне поют. Устают очень сильно. Друзья, 202-11-22, раз мы заговорили про Есенина, и так или иначе этот поэт... Красной нитью проходит в любом случае через творчество группы «Шесть океанов». У меня для вас тоже такой вопрос про жизнь такого нашего замечательного русского поэта. На берегу какой реки располагается родное село Сергея Есенина? Звоните, если знаете. Не подглядывай. Я знаю. 202-11-22. Звоните. Давайте что-нибудь сыграем то, что, может быть, все тоже споют с удовольствием вместе с нами. Так, имеете в виду какую-нибудь русскую народную песню? Ту свою любимую, неповторимую, которую всегда просят. Я так понимаю, «Танцы-панк». А можно ее, что ли, петь «Танцы-панк»? Конечно. Да, что там. Ну, я могу, по крайней мере, не могу говорить за все. Мы надеемся на вас. На станции Панки есть домик с трубой,
На станции панки живут лесбиянки. Они полагают, что я голубой. Я езжу на станцию панки на пьянки, когда серый ветер шумит над Москвой, когда на Арбате снуют иностранки с тяжелой сумкой и с легкой душой. Я езжу спасаться на станцию панки. Там есть магазин, в магазине есть хлеб, а все остальное в бутылках и банках. На грядке ботва, символический хрен, предмет постоянных забот лесбиянкам. Я дерну за дверь, эта дверь как струна, натянута на одиночество ранки. И в обе щеки поцелуют меня две девочки родом со станции панки. Однажды проснувшись, я понял, беда. Случилась беда на том полустанке. Я буду спокоен лишь только тогда, когда перееду на станцию панки. Я дерну за дверь, эта дверь как струна, натянута на одиночество ранки. И в обе щеки поцелуют меня две девочки родом со станции панки. Сижу, прям глаза как будто закрываешь и видишь, как это все происходит на концерте. Ну, кстати, в Москве, в Московской области есть станции панки, действительно. Это вот такая, кстати, вопрос про песни, какие-то пишущиеся практически с колес на местах боевой славы. Как вы там оказались? Вы там были вообще? Это к Сереге вопрос, его старая песня. Это вообще не моя песня. Не, он ее реанимировал, и благодаря этому люди знают. Мобил упал. Александр Шеннон сочинил в свое время песню такую, да, на станции панки, вот. А потом что-то со временем ее перестало быть слышно уже давно, никто ее не играет, не поет. Я немножко ее переделал, там куплеты свои какие-то дописал, добавил, вот. И она ушла в народ так неожиданно, приятно. Вот именно, она ушла в народ, это по-другому вообще никак не сказать. А станции панки там это за полчаса до Москвы, где-то есть такая станция. Каждый, кто едет из Куйбышева в Москву, прекрасно. Обязательно ее проезжает. Вот так вот, друзья мои. Если кто не в курсе и давно не ездил поездом до Москвы. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Знакомо ли вам творчество, Валентина, группы «Шесть океанов», Валя? К сожалению, нет. Серьезно? Понятно. Ну, расскажите о первых впечатлениях. Очень хорошее впечатление, как это неталантливые ребята. Респект. Спасибо, спасибо и вам. Спасибо. Валентина, ну а творчество Сергея Есенина вам нравится, близко? Да, нравится. Ну тогда отвечайте на вопрос. На берегу какой реки расположено родное село Сергея Есенина? Родное село Сергея Есенина расположено на берегу реки Оки. Ну как называется, это знаете? Константинов. Это правильный ответ. Билет на концерт юмориста Игоря Маменко отправляется к вам прямиком. Сходите, да, повеселитесь, с большим удовольствием время проведите. Маменко, по-моему, и был. Да. Ну вот видите, как в жизни это бывает. Друзья, ну ждем ваших вопросов. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. У меня вопрос к музыкантам. Вот подводя к опросу на улице города, мы задали горожанам такой вот вопрос. Что бы вы рассказали своим внукам в 80 лет? Нет, Сереж, что бы ты рассказал? Про город? Вообще просто. Вот ты бы сел, вот внуки у тебя сидят. Ты бы вот 80 лет тебе. Что бы ты рассказал? Ух ты. Всем вопрос, кстати. Очень вопрос сложный, потому что все-таки 80 лет, там, скорее всего, будет другое понимание всех ситуаций, которые были и которые, например, в настоящее время. Ну, долго бы пришлось с внуками сидеть и разговаривать. Да, ну, такого вот прям слета не могу сказать. Артем, что придумал? Много бы чего рассказал. Что бы рассказал? Не, ну, мы же застали время, когда еще
конные повозки были участниками дорожного движения полноправные. Так, это интересно. Вот, ну, кстати, на самом деле так, да. И даже в ПДД знаки бы есть. Были гужевые повозки, это называется, правильно? Гужевые повозки, да, где движение запрещено. Там, для них. А мне кажется, мы возвратимся к этому, хотя, кто знает. Да нет, потом... Паш, ты что рассказал? Ты сказал бы, сел, ребята... Я рассказал бы, как было классно в то время, когда в 90-е годы были открыты все парки. Они сейчас закрыты. Ну, сейчас как-то уже не то. Сейчас уже коммерческие вот эти карусели там... как они, не знаю, даже называются, вот эти вот, которые на 360. А раньше как здорово, пришел на карусель «Салют», там, пристегнулся и сидишь, думаешь, как бы не умереть от страха. А сейчас мы чего боимся? Сейчас мы боимся, блин, того, что потому что уже доллар повышается. Ты уже подревнел. А, про доллар за 30. Да, я расскажу, что, вы знаете, нет, мне это моя бабушка рассказывала, говорит, а ты в курсе, что доллар стоил 70 копеек? Опять рублей, я помню. 62 копейки режиссер рассказывал. Спасибо большое, товарищ режиссер, вы меня всегда выручаете. Вот. На самом деле, да, 62 копейки вообще. А они скажут, да ладно, ты что, смеешься. Ну, давайте посмотрим, что же отвечали на вопрос жители города. Потом вернемся в студию, будем петь песни, продолжать как-то отдыхать душой и телом вместе с группой «Шесть океан». Ну, до этого надо дожить. Я же не могу представить, что у меня будет в голове, когда мне будет 80 лет. Может быть, у меня вообще никаких мыслей 80 лет уже не останется. Я сказать в принципе ничего не смогу. А как жизнь проживу? Расскажу, как проживу. Какой это будет рассказ? Веселый, забавный, наоборот, смешной? Я не знаю, будет веселый, забавный, немного грустный. Мне кажется, буду рассказывать моментами. Эх, учить и не забывать о своих друзьях. Как я гуляла с друзьями и как было весело. Пускай найдут себя побольше друзей, наверное. И... никогда не забывают о своих друзьях. Ну, воспоминания буду рассказывать, лучшие из жизни, естественно, и какие-нибудь уроки, чтобы они учились, из ошибок учились прошлых, не допускали их. И, ну, да, в общем, да. А ваших рассказов будет только положительное или что-то негативное? Положительное и негативное, если чтобы они из этих ошибок учились и не допускали их в своей жизни. 80. Я думаю, они будут уже где-нибудь далеко, но... Да просто расскажу то, что... Скажу, живите, пока молодые, да, все. Вы будете рассказывать позитивные моменты своей конечно, жизни? Конечно, у меня все позитивные. Как познакомился с их мамой. Так бы и рассказал. А это долгий рассказ, длинный? Да, да, очень. Красивая история? Да. В нашей студии группа «Шесть океанов», и на самом деле, поверьте, сейчас будет одна из тех песен, которая мне очень нравится, которую всегда все хором поют, где бы то ни было, в баре, в подвале, на концертах, на улице, и мне кажется, у многих она даже есть в аудиозаписях. Есть ли какая-то история этой песни, Сереж? История у этой песни буквально 10-минутная, она была написана очень быстро, очень быстро. По мотивам буквально-таки вот жизнь? Одного вечера до небольшого такого вот диалога предпраздничного, что ли, на улице Арцебушевской, на съемной квартире, давно. Давайте споем. Если кто не слышал, друзья мои, слушайте, вдруг кто-то найдет что-то свое. Песня, кстати, заняла у нас первое место в рейтинге вообще всех песен за все времена. Она набрала наибольшее количество голосов у поклонников коллектива. И вот рада вам ее сейчас сыграть будет. Как падала слеза из красивых глаз, из ладони вниз, дребезги алмаз. Искрами на стол из последних фраз мало что прочел. Струн тихий перебор, на кухне разговор, у соседей свет,
до утра приговор, написанный тобой. После стольких лет ухожу в запой. Ага, вот она твоя суть, чуть что глядит в стакан, а я гляжу в глаза твои, они врут. Ага, никогда меня не понимал, всю жизнь сломал, я глажу тебя по щекам, слезы жгут. Глаза врут, слезы жгут. Глаза врут, как падала слеза из красивых глаз, из ладони вверх. Ага, вот она твоя суть, чуть что глядишь в стакан, а я гляжу в глаза твои, они врут. Ага, никогда меня не понимал, всю жизнь сломал, я глажу тебя по щекам, слезы жгут. Глаза врут, слезы жгут. Глаза врут, а губы ждут. Ну вот, такая лирическая. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните нам, друзья, задавайте свои вопросы, либо отвечайте на наш. Я для вас приготовила еще билеты в кино. Прошу сейчас показать на экран фото одного известного музыканта, но, наверное, попрошу назвать не только музыканта, но еще и персонажа, которого он здесь представляет. Если вы знаете, звоните 202-11-22. Надеюсь, ребята знают, но не будем подсказывать нашим зрителям. Паш, вот у тебя вопрос. Ты практически на ходу на лету подстраиваешься и как-то так вот подыгрываешь что-то такое. Ты чувствуешь ведь все эти песни, музыку? Есть ли любимая у тебя песня у группы «Шесть океанов»? Ту, которую ты прям с удовольствием. Да, есть. Что ну, у меня несколько песен, на самом деле. Так, одна ну, из них скажем. Уже хит-парад прозвучала. Свой назови. Да, хит-парад. Топ-3, например, личный. Или топ-5. Ну, например, топ-3. Если начать с третьего места. Вот, Сережа, я гляжу, так удобно устроился. Мне хочется сразу начать с того, да, уважаемые зрители. Я продиктую свой топ-парад. Записывайте. Свой, так сказать, чарт песен любимых Сергея Снеговского. Ну, во-первых, песня называется «Пожелание». Она на первом месте находится у меня. Серега об этом не знает, вот я им сейчас говорю. Вот, кстати, если ты знаешь, если ее помнишь, да, я бы хотел, чтобы ты ее на самом деле спел, и людям она понравится. Вот, очень хорошая песня «Одиночество». Ну, естественно, во-первых, почему? Потому что я там играю, и с этой песней начался мой дебют в группе «Шесть океанов». Да, удачный дебют. То есть я почему-то сначала, ну, как я ее послушал, сразу понял, что, в принципе, песня, она будет достойна такого большого внимания со стороны поклонников, в первую очередь, вот, ну, Сергея Снеговского как личности, потому что это же не только музыка, это еще и личность. Сергей всегда ходит на концерт, он там у него есть свое какое-то определенное поведение, он как-то вот сам заводит толпу. Персонаж, да, он то есть герой, он персонаж, конечно. Именно вот такой, там, брутальный мужчина, как все говорят. Вот. Сережа, не стесняйся. Сережа, ты, да, не стесняйся. И, наверное, третья песня «Глаза врут». Почему? Потому что ну, похоже все это на нашего русского человека. Говорите, продолжайте. А «Станция панки»? Еще у тебя. Это же четвертое место, панки, да? Нет, «Станция панки» однозначно тоже. Вне, вот, да, чарты? Да, еще есть очень хорошая песня, которую Сережа тоже написал давным-давно. Она называется «У Славика». Да, она тебе тоже нравится. Вообще, удивительно. Отличная песня. Понятно. Она очень короткая, но она лаконичная, и сразу все понятно. Я, конечно, просто вспомнил ее сейчас, и все. Нет, просто есть такой... Как Клиновой, да, Ярик? Ярослав. Ну. Клиновой. Вот это Сережа друг, постоянно он приходит, такой большой, крупный человек, он садится, так меня обнимает, говорит, знаешь, Паша, говорит, я тебя давно не видел, поэтому
сейчас мы с тобой будем долго сидеть и разговаривать. И я ему все время вспоминаю, я говорю, а помнишь, как снег про тебя песню написал? Он говорит, да. И мы все время, вот каждый наш диалог, мы обсуждаем две вещи. То, что он хочет со мной поговорить, и то, что я ему напоминаю про эту песню. Да, помнишь? И как-то мы общаемся, тут заходит Снеговский, и как-то, в общем, дело плавно приближается к очередному концерту. Так, я сейчас предлагаю принять звонок, а потом я хочу услышать артемовский все-таки еще хит-парад. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно. У меня вот три вопроса. Давайте. Мне понравился творчество, песня. Вот. Скажем так, первый вопрос, почему Татьяна? Так. Сразу отвечать или... Давайте все три сразу. Второй вопрос. Вы разбираете Сплин немножко? Нет, такой? Сплин? Сплин, группа Сплин. Так, третий вопрос. Ответил про концерт. Ага, все, спасибо большое, спасибо. Ну, третьего, Сергей, давайте с третьего. На концерт к нам попасть можно... Легко. Очень легко. В рок-баре «Подвал» произойдет у нас концерт, посвященный десятилетию коллектива. 22 февраля. В ночь, мне кажется. Галактионовская, 46. С 22 на 23, да. Начало в 8 часов вечера. Рок-бар «Подвал», Галактионовская, 46. Приходите, будем рады. Ну, в группе ВКонтакте тоже есть, наверное, информация. У нас в группе информацию. В универсальном формате есть перепост встречи, так что можете тоже там найти, посмотреть всю подробную информацию. Да, все легко можно найти. Слушай, ну вопрос очень интересный. Сравнение с группой «Сплин». Неожиданный вопрос. Шапка, Сережа. Ну, я уже слышал, да, но не так часто, как там раньше, например, сравнивали там с «Королем и Шутом» или там с «Калиновым мостом». С Летовым, с Кузьминым, чего угодно. Вот. Ну, «Сплин» тоже фигурировал, бывал. Ну, видимо, так получилось. Но никакого конкретного движения там в сторону, чтобы быть похожим на как-то вообще, мне кажется, «Сплин» у меня не укладывается в голове, правда. Ну, может быть, просто это... Нет. Кто-то со стороны видит другое. Да, у каждого люди со стороны видят немножко по-другому, конечно, все это. И третий. Спасибо за этот вопрос. Ну и вопрос про «Шесть океанов». Это мой любимый вопрос. В географическом обществе. Высоко-высоко в горах. Есть 5 океанов, не 4, а 5. Один из них южный. Вот это не так давно. Не все знают. Не так давно это как бы повелось официально. Вот. Ну, а мы как бы 6-й океан. Ну, такой вот творческий, музыкальный. Но дело в том, что 6-й океан, это уже было название. Мы, значит, погуглили в свое время там. Да, и... Выяснили, такая что группа есть. Подмосковье такая есть. Группа есть, да, в Балаково, по-моему, что ли, существовала, и пришлось резко переименоваться просто на «Шесть океанов». Подожди, а вот история достаточно под Бузулуком это не эти люди были? Тоже там. Под Бузулуком миграция. Шесть. Нет, это другое. Кстати, да. Что-то я тоже слышал. «Шестой океан». В Бузулуке там вообще отдельная ситуация. Нет, вот там что-то тоже, помнишь, ребята? Ну, это мы можем узнать. «Шестой океан» напомнил. Короче, или в Подмосковье, или в Бузулухе где-то там. Сразу, так это, отмели Саратовскую область, Балаково. Я засомневался, да, действительно. Там была история с каким-то. А еще, кстати, у нас в Самаре группа есть «Океан», по-моему, да? Была. Сейчас, по-моему, нет. Была? Сейчас все уже. Вот видишь, как интересно оказывается. Друзья, если есть какой-то вопрос, остается не так много времени, звоните 202-11-22. Но! Артем. А, мой хит-парад? Да. Ну, примерно так же, как у него, наверное, у Паши. Ну, так неинтересно, так не считается. Как-то вот хочется... Ну, большинство зрителей телеканала же не специалисты, им поэтому наш хит-парад, вот мы сейчас... Так ты сейчас расскажешь, они возьмут, зайдут в группу и скачают. И будут слушать. Вот «Глаза врут» надо слушать, и «Парфюмер», самые хорошие песни, они легче всего воспринимаются. Как бы наши самых два главных хита. «Парфюмер», запятая, «Глаза врут». Точка. Ну, там дальше уже... Сложнее. Сереж, ну а у тебя-то есть любимая песня? Та, которая прям по душе. Те, которые мне нравится исполнять, да, конечно, их штук, наверное, 10, там, 15, которые я стабильно играю на концертах. Из них, наверное, 50% есенинские, да? Ну, или не 50. Нет? Меньше? Процентов 30 точно. 30. Ну 30 вот, друзья. Точно. Так что, если вы вдруг думаете, чем занять себя 22 февраля, я думаю, что уже такой вот плавный курс мы немножечко обозначили. По-прежнему есть у нас вопрос, кто же за... Персонаж-музыкант изображен на этой фотографии. Если знаете, звоните 202-11-22, получите билеты в кино. Наверное, может быть, что-то еще нам нужно сыграть. Да, с удовольствием. С удовольствием. А мы послушаем, что сыграем. Песня на стихи Сергея Есенина.
Называется она «Ты меня не любишь, не жалеешь». Не жалеешь, разве я немного некрасив? Не смотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Твои полузакрыты очи, думаешь о ком-нибудь другом. Я и сам люблю тебя не очень, утопая в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобою, улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой, распылясь безрадостные дни, только не сломанных не трогай, только не горевших не мани. Когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку и с тобою встретимся мы вновь. Отвернув к другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо «добрый вечер». Я отвечу «добрый вечер, мисс». И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь, кто любил. О, что-то любить не сможет, кто сгорел, того не подожжешь. Ходить, и на твоих песнях должны дети естественно. Юль, знаешь, 4 февраля еду в школу. Серьезно? Город Отрадный, мы с Артемом едем петь. Есенин. Песни Есенина, да. Вот это да. Для детей. Я 100% пока не созрел. Ты об этом еще не знаешь просто. Вот видишь, у нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Сколько туда, час? Алло. Пешком пойдешь. Да, здравствуйте. Ирина. Ирина. Хотела задать вопрос, да, мы как-то стараемся с мужем не пропускать концерт, то есть здесь не пропускают, что там пенсионный смотритель, что на 6 океан. Но хотелось бы уточнить, потому что каждый концерт все больше и больше народу, как бы мы уже не умещаемся в одном месте, хотелось бы уточнить, возможно, в другом уже где-то месте будет проходить концерты, чтобы как-то было комфортнее. Потому что как фильм посещать, ну каждый раз как не очень комфортно. Понятно, спасибо. Тут уже просто люди многие на входе раздеваются максимально, чтобы, как говорится, чтобы втиснуться, да, потому что очень жарко. Ирина, мы очень ждем лета, и будет масса таких вот выездных каких-то, даже, может быть, спонтанных фестивальчиков и отдельных концертов, где вы можете спокойно... Ну, это спокойно поместиться. В подвале иногда 2 дня проходят концерты подряд. Ну, у нас, к сожалению, по заявкам трудящих. Самаре, делаем, либо да, заведение не позволяет там ввиду форматности, либо по... А вот что? В Тысячнике мы же не будем выступать, да, например? А вдруг? Или,
Заявиться в филармонию куда-нибудь. Филармонию звали, но в камерный зал там еще меньше человек, там на 70, что ли. Да даже если в обычный зал позовут, формат, мне кажется, немножечко. Но есть еще звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Меня Павел зовут. Очень приятно. Взаимно. С Сергеем хотел пообщаться. Пожалуйста. Его репертуар я услышал впервые, если Сергей помнит, Вадим Писарев, город Сорочинск. Да, помню такого человека. Вот, мы товарищи, это единственный человек, который принес ваши песни в наш коллектив. Мы самые первые их слушали, потому что он играл нам на гитаре и пел ваши песни. Самая первая песня была на Нике. Безумно бы хотел с вами встретиться и послушать песню «Ты небо», если бы вы смогли исполнить. Это вообще просто безумно ваша песня, от которой я схожу. Спасибо. Полторы минуты у нас остается до конца. Вот, друзья, может быть, тогда насчет концерта и каких-то общений. У вас же группа есть, там уже можно какие-то вопросы задавать. Да, конечно, конечно. Что-то, если вдруг кто-то не успел спросить, в любом случае, милости просим именно туда. Ну и, наверное, хочется еще сказать, что концерт, посвященный десятилетию, первому такому большому юбилею группы «Шесть океанов», состоится 22 февраля. Я думаю, что будет очень круто. И до 4 часов, мне кажется, там может еще даже и дольше продолжится. Буквально вот по слову, по паре слов, что хочется, может быть, друг другу пожелать, поздравить друг друга? Остается буквально несколько секунд, так сказать. Ну, раз уж у нас все-таки еще январь на дворе, вот, с прошедшими со всеми праздниками, вот, скорее всего, это мое заключительное поздравление в этом месяце, потому что очень много людей довелось встретить, вот, и, конечно же, вот, хочется пожелать счастья, здоровья, всяческих успехов в любой жизни. Ну, а вас с наступающим, наверное, с наступающим большим таким грядущим юбилеем. Давайте готовьтесь, ну, а мы с большим удовольствием придем. Спасибо вам большое, что вы были с нами сегодня здесь, и вам, друзья, спасибо за звонки, всего самого доброго, до встречи. We'll be right back.